устали от обычных украшений? Сделайте вместе с нами уникальные серьги из подручных материалов всего за 10 минут. Первые серьги – милые и уютные клубочки из обычных ниток для вязания. Возьмем небольшой лист бумаги и сделаем из него основу. Нам нужен вот такой плотный шарик. Сделаем для него пару. Далее возьмем нитки ярко-салатового цвета и начинаем сматывать плотный клубочек, фиксируя мотки термоклеем по мере необходимости. Бумаги не видно. Отлично! Можно заканчивать первую сережку. Обрезаем лишнее и подклеиваем край. Второй клубочек делаем так же. Вставляем в него металлические гвоздики, имитируя спицы. Убираем лишнее. Осталось прикрепить основы для сережек. Для этого отлично подойдет универсальный или термоклей. Всего за 10 минут ваша коллекция украшений пополнилась стильной новинкой. Отличная идея для тех, кто любит удивлять окружающих неординарными аксессуарами. Следующую не менее оригинальную пару сережек сделаем из обычных прищепок. Осторожно разбираем и достаем металлическую основу. Мы приготовили яркую бусину с широким отверстием. Раздвигаем деталь и нанизываем бусину. В середину пружинной части вставляем соединительное колечко. Закрепляем на нем швензу. По такому же принципу изготавливаем второе украшение. Серьги получились легкими и смотрятся забавно. Мы потратили на них всего 5 минут времени и целых 2 прищепки. Следующие серьги – еще одно нестандартное решение для любителей экстравагантных украшений. Для их приготовления мы подобрали 2 бегунка большого размера. И к ним аккуратные гвоздики. Осторожно наливаем каплю клея на обратную сторону бегунка. Плотно фиксируем основу с гвоздиком. Вторую серьгу делаем точно так же. Пара минут, и мы получаем стильное украшение, которое непременно выделит свою обладательницу. Такие серьги можно сделать и в другом цвете, дополнительно раскрасив их на свой вкус. Мы же переходим к другому комплекту и сделаем длинные витые серьги. Возьмем проволоку красного цвета, карандаши или ручки разной толщины. Разравниваем и начинаем плотно наматывать проволоку по спирали на самый крупный карандаш. После того, как сделаны 3-4 объемных витка, подставляем более тонкий предмет и продолжаем накручивать проволоку. Осторожно вынимаем карандаш, стараясь не деформировать спираль. Подправляем форму. С помощью круглогубцев на конце делаем петельку. Добавляем несколько более мелких витков с другой стороны изделия. Кусачками убираем лишнее. Вторую серьгу делаем точно так же. Осталось только с помощью соединительных колечек прикрепить швензы, и украшения готовы. Такие длинные изящные серьги-спирали будут притягивать внимание своей неординарной формой. Можно сделать их другого цвета, покрыв изделие акриловой краской. У вас найдется дома несколько ярких шнурков и бусин. Тогда всего за 5 минут можно смастерить стильные серьги-грозди. Приготовим тонкие шнуры разных цветов. Связываем их вместе, оставляя длинный хвостик. Подравниваем концы. На каждый шнурок одеваем по яркой бусине и завязываем узелок. Теперь сверху делаем аккуратную петельку. При необходимости закрепляем термоклеем. Отрезаем лишнее. Наматываем еще один шнурок. Вот так просто наши разноцветные грозди готовы. Одеваем колечки и швензы. И серьги из ярких шнуров можно примерить. Жизнерадостные капельки из бусин непременно поднимут настроение даже в пасмурную погоду.
Наши последние серьги из проволоки самые сложные, но не менее интересные. Для начала нанизываем бусины на бижутерные гвоздики. Чередуем цвета и размеры. На конце делаем петельку с помощью инструмента. Нам понадобится 4 гвоздика с бусинами. Соединяем по 2 фрагмента между собой. В основе сережки вновь будет спираль. В этот раз воспользуемся обычной кистью. Техника та же. Только витки делаем приблизительно одного размера. Бусины будут находиться внутри. Закрепляем спираль, продев конец проволоки в петельку. Теперь вставляем в петлю на сережке более тонкую проволоку, складываем ее вдвое и обматываем вокруг. Можно закрепить таким образом бусины в нескольких местах, чтобы конструкция была более прочной. Остается только подвесить швензы и выбрать, к какому наряду они больше подойдут. Такие космические витые серьги выглядят необычно и стильно. Ваши друзья даже не догадаются, что их можно сделать своими руками. Оставляйте комментарий, подписывайтесь на наш канал и изготавливайте модные бюджетные аксессуары вместе с нами. Быстро и легко!